сотрудники и ученики Центра образования номер 1858. Сегодня с вами ученики 2 Е-класса Руся Никита, Коновалов Алексей и Кузьминых Вера. Некоторые насекомые так малы, что человеческий глаз в состоянии их заметить. Но никто даже не задумывался над тем, что человек в действительности живет на планете насекомых и не имеет представления ни о существовании многих из них, ни об их количестве, ни об их жизни. Насекомых существует на Земле уже 300 миллионов лет. В настоящее время насчитывается более 1 миллиона. Представителей насекомых гораздо больше, чем всех остальных животных вместе взятых. А сколько еще неизвестно науке. И сегодня они приглашают нас в гости. Порхающие цветы – такое поэтическое название бабочки заслужили по праву. Замысловатые узоры на тончайших крыльях, радующие глаз, сочетание ярких красок. Природа в очередной раз проявила незаурядное дизайнерское мастерство, создав столь дивные существа. Павлиний глаз – 4 ярких пятна, удачная защитная окраска для отпугивания врагов. Мало желающих рисковать собственным здоровьем, завтракая странной четырехглазой особой. Тигровый парусник. Житель Северной Америки и за свою гордую красоту удостоился чести быть символом 4 штатов. Питается нектаром, а его личинки кормятся листвой осин и тополей. Толстые и неуклюжие, они весьма находчивы и умеют за себя постоять. В случае опасности брыжутся жидкостью с неприятным запахом. Пыльный, размах крыльев до 12 сантиметров. Основной цвет крыльев черный, с яркими малахитовыми полосами и точками. Полет быстрый. Сильвия тигровая. Это бабочка, символизирующая решительность и бесстрашие. Размах крыльев Сильвии тигровой достигает 10 или 11 сантиметров. Эта бабочка обитает во влажных тропических лесах Юго-Восточной Азии, от Индии до Малайзии и Новой Гвинеи. Голова, брюшко и грудь красавицы окрашены зеленоватыми бронзовыми отливами цвета, а коричнево-белые полосы на теле и крыльях очень напоминают окрас азиатского тигра и диалефконные. Размах крыльев до 14 сантиметров. Очень популярная бабочка. Основной цвет крыльев белый, с сетчатыми черным узором. Полет неспешный, порхающий. Срок жизни до 2 недель. Стрекоза – одно из самых древних животных, существующих сейчас на планете. Первые из них появились еще задолго до эпохи динозавров. Ученые говорят, что стрекозы стали первыми животными, освоившими воздушное пространство. Стрекозы живут во всех регионах мира, где можно найти воду, теплую погоду и большое количество пищи. Идеальная среда обитания для них – заболоченные места и болота, которые они почти никогда не покидают. Наиболее примечательная черта внешности стрекозы – ее великолепные крылья. Очень тонкие и прозрачные, сетью тоненьких прожилок, придающих крыльям жесткость. Узор на крыльях у стрекоз может быть различным в зависимости от того, к какому виду принадлежит стрекоза. Пара передних крыльев движется независимо от пары задних. У современных видов их размах может достигать 18 сантиметров. Стрекоза – хищник. Питается она насекомыми, причем питается очень активно. Стрекоза очень прожорлива. За час она может поймать и съесть до 50 мух. Она очень искусный охотник. Стрекоза – одно из самых быстрых насекомых на свете. Она способна развить скорость более 100 км в час. При этом она может ловко маневрировать в полете. Паучник. Насекомые-привидения. Земная фауна удивительна и разнообразна. Палочники устроены очень интересным образом. Голова у насекомого имеет шарообразную форму и очень маленький размер. Глядя на палочника, ее почти невозможно заметить. Туловище вытянутое, как и остальные конечности. Каждая часть
Тело этого животного больше напоминает мелкую веточку. Поэтому, находясь на растении, эти насекомые становятся невидимыми. На нашей планете эти животные выбирают тропические или субтропические природные зоны. Их можно встретить в Индии, Австралии, странах Южной Америки и даже в некоторых частях Европы. Палочник исключительно растительноядный. Особенность этого насекомого является его потребность в пище. Если палочник не ест хотя бы один день, то он может погибнуть. Поэтому его жизнь превращается в нескончаемый поиск еды. С недавних пор палочники стали животными, которые люди заводят у себя дома в качестве питомца. Содержание этих насекомых не предоставляет особых хлопот. Вот только один минус в таких домашних питомцах – это их очень короткий срок жизни. Продолжительность жизни мага-палочника составляет 3-10 месяцев. Совсем недолго. Очень редко бывали случаи, когда это насекомое проживало год или больше. Наша планета Земля очень щедрая и богатая. Горы, леса и поля, да наши родимые друзья. Давайте вместе будем ценить планету. Другой такой на свете нет. Разведем над нее и тучи, и дым, в обиду ее никому не дадим. Беречь будем птиц, насекомых, зверей, от этого станем мы только добрей. Обо всем этом мы можем узнать в музеях имени Дарвина и в зоопарке. Мы приглашаем вас на выставку «Мир насекомых», которая находится на третьем этаже нашей начальной школы.